Азербайджан. Город Баку. Деревня Першаги. Сегодня мы приготовим азербайджанский лаваш «Ювка» в 200-литровой железной бочке. Я вижу, что вы были удивлены таким приготовлением хлеба. Да, я тоже был удивлен своей идеей. Посолите говяжий фарш. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим донер, завернутый в лаваш. Для этого нам нужно 600 граммов говяжьего фарша. Соль и паприка. Все это вам по вкусу. Один зубчик чеснока. Хорошо все перемешайте. Я замешиваю тесто для тонкого лаваша. Я добавляю 1 чайную ложку соли. Замесите тесто с холодной водой. Обратите внимание на то, что наше тесто должно быть твердым. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки и оцените наш перевод в комментариях. Хорошо вымойте все овощи. Мы пропускаем сыр через терку. Самир, вы знаете, что я забыла вам сказать? Садж остался с тетей Шушан. Несколько дней назад я дала им саджу. Как вы собираетесь это готовить? Мне тоже интересно, на чем я буду готовить. У нас есть какой-то железистый лист. Готовить на нем. Я нашел, на чем готовить. Как я могу сделать так, чтобы... Смотрите, вы можете готовить в нем. Не знаю. Вы можете в нем готовить? Может быть, но сначала вам нужно зажечь в нем краску. Если это сработает, тогда сделайте это. Давайте сейчас что-нибудь придумаем. Я постараюсь сделать это. Интересно, где молоток?
Из мясного фарша мы делаем круглые формы. Рамиль, принесите мне немного дров, пожалуйста. Черный чай, корица. Саамир, принесите мне круглую доску, пожалуйста.
Я натерла картофель через терку в длинных тонких формах. Я добавляю соль. Добавьте паприку. После нагревания масла добавьте немного картофеля, чтобы они не прилипали друг к другу. Я готовлю соус. Чтобы сделать это, я добавляю кетчуп в майонез. Жареная картошка, натертая на терке, тонкая, длинная. Тертый голландский сыр. Помидор. Салат. Тонкий лаваш. После того, как смазал лаваш соусом, добавьте один жареную котлету. Добавьте жареную картошку. Добавьте нарезанные помидоры. Добавьте тертый голландский сыр. Я добавляю один лист салата. И начните оборачивать в треугольные виды. Готовлю напиток айран из йогурта. Йогурт хорошо перемешайте до однородной массы. Смешайте и в то же время добавьте прохладную питьевую воду. Бочковая посуда. Какое прекрасное блюдо. Это. Этот вид еды похож на фастфуд и на шаурму. Кулинарная идея от меня, а сама подготовка от вас. Теперь давайте попробуем результат. Зара, вот ваш без сыра. Зара, вы же без сыра любите. Тетя Мина, берите все, что хотите. Все это с сыром. Да, все это с сыром, а для Захры приготовлено без сыра. Давайте посмотрим, как это сейчас на вкус. Что случилось, дочь? Рамиль, возьмите поесть. Я не хочу этого. Это как деликатес ASMR. О, белиссимо! Супер! Отлично! Это блюдо только для студентов, которые учатся в институте. Мы сами испекли лаваш, но вы можете купить все ингредиенты в магазине. Принесите кетчуп. Я не знаю, как это называется. Мы также готовим напиток айран с йогуртом. Или мы приготовим этот напиток из осадка сепаратора йогуртового масла. То есть, когда мы отделяем масло от йогурта. Здесь такая айранская вода. Мы просто называем это айранским напитком. Этот напиток восхитителен с фастфудом и различными закусками.
Дорогие друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Не забудьте написать свое мнение о переводе на ваш язык. Спасибо, что посмотрели.